19-летние сельские игры прошли в Калуге. На празднике спорта, посвященном 70-й годовщине образования области, участвовали представители каждого района, в том числе главы администрации. Помимо классических видов спорта, борьба шла за лидерство в фигурной езде на тракторе и скоростной стрижке полей. Энергией спортивных аграриев зарядилась Ирина Сидорова. Таким размахом стартуют игры, ставшие традиционными для калужских крестьян. Праздничное шествие возглавляют и замыкают победители прошлых состязаний «Малоярославец» и «Сухиничи». Самых спортивных селян региона, в этом году их около 1000, приветствует губернатор Анатолий Артамонов. Сегодня сюда приехали все те, кто спорт считает неотъемлемой частью своей жизни. И я хотел бы вас всех поблагодарить за это стремление быть здоровыми, быть жизнерадостными, быть сильными. Я хочу поблагодарить глав администраций муниципальных районов за то, что вы лично принимаете участие в спортивной жизни. Не ради золотой медали, а чтобы не посрамить родную землю, впрягаются в гонку за лидерство главы районных команд. Олег Малашин, Малоярославецкая администрация, к турниру по стрельбе готовился в течение всего года. Доказать, что ты лучший, значит дать своей команде дополнительный заряд для дальнейших побед. Такие игры дают много, и дается пообщаться и поговорить не только с главами, со спортсменами и жителями других районов. Поэтому это всегда позитив, это всегда хорошее настроение и дух победы. Легкая атлетика, силовая гимнастика, гиревой спорт – все это должен освоить участник сельских игр, помимо своих профессиональных навыков, которые также оценивает строгое жюри. Почти как в армии, сборку-разборку доильного аппарата демонстрируют дояры со всей области. Анжела из Боровского района справляется с задачей на 13 секунд быстрее 5-минутного норматива. Хотя результат соревнований для нее и не главное. Главное – здоровье, и будет все хорошо. Результат хороший, и все хорошо. В очищающий и укрепляющий эффект здорового образа жизни благодаря спортивным эстафетам и конкурсам в районах поверили уже многие. Отдельное место на сельских играх выделили для самых спортивных семей региона. Ларькова из Бабынинского района на турнире областного масштаба впервые, но у себя дома славится спортивными достижениями не только в дарте. Кто у вас в семье лидер по дарте? Вот. Пока дочь. Нет, пока папа. Дочь у нас постоянно лыжи, коньки, велосипеды, ролики. Ребенок у нас спортивный. Да. Большой спорт не хочешь пойти? Нет, я хочу как мама стать, физруком. Привлечь сельских жителей к здоровому образу жизни есть главная задача традиционных областных игр. На этот раз самыми спортивными оказались сразу три муниципалитета. В первой группе, как и в прошлом году, лидерами стали аграрии Сухиничей. Во второй золото разделили спортсмены из Дзержинского и Куйбышевского районов. Ирина Сидорова, Леон Ким, телекомпания «Ника ТВ».